Именно так, как ты пожелаешь. Всему свое время. Как же мне понять, когда наступит мое время? Мне так страшно. Нужно действовать и никогда не сдаваться. Ты поймешь, когда будешь готова. Но как? Для начала ты должна лицом к лицу столкнуться со своими страхами. Страшно мне всегда, но стоит только взглянуть страхом.